Все, пошла. Вот собираюсь тундру. Чтоб было тепло, нужно две шубы одевать. Пытаюсь влезть в куглянку. О, почти под почти залез. О, вот так одевается, приходится. И все равно холодно. На улице 35, у нас в снегоходе еще холоднее ехать. А потом еще нужно одеть камлейки. Вот камлейка, чтоб снег не набивалось вовнутрь. А? Шпион. Это дальняя авиация. База дальней авиации. Вот так. Холодно. Буранчик не выдержал испытания, мы его оставляем. Поверни к нему, а то он не, ты его не заснял. Буранчик заснял. Вон там пошел человек. Замерз, идет вперед, чтобы разогреться, а видишь, нам покажется слабо пути. Вот я тоже почти держусь. Такие вот бывают ситуации. Вот. Я что, привет, спасибо. Привет. На Молдавии тепло, чтобы было тебе там всегда. У тебя тут теплые дома, теплые окна. Это как раз бы здесь бы очень пригодилось твое тепло. Вон там солнышко было, уже село. Дует ветерочек хороший, освежающий. Ну хоть солнце сегодня видно. Вот мы везем. А что это? Зима? Да. Скоро говорят крещенские морозы, но мы уже ощущаем. Славик, мы что, термос оставим?